Выжившие при выбросе метана на шахте Абайская сегодня рассказали, что же там произошло. По словам горняков, хлопок был такой силы, что их отбросило на несколько метров. Слышали, ребята, там, которые готовы, подготовкой занимаются, сказали, что газ, уходим. Подняться пыль, как ветер, и, ну, выдувало это, как будто с трубы выдувает. Час лежал там еще. Слава Аллаху, что все живые остались. Трудно вспомнить, конечно. Прошло два дня с того момента, как Лайдана Зейналова и его коллегу Женю Самаралбаева перевели из реанимации в палату. Новость о потере шестерых товарищей вызывает у мужчин слезы. Оказалось, что все восемь шахтеров находились рядом с эпицентром. То, что двоим из них удалось выжить, считают настоящим чудом. После выписки и реабилитации горняки пройдут комиссию на профпригодность. И если результаты будут хорошие, скорее всего, вернутся на шахту. Найти другую работу в маленьком городе практически невозможно. Трагедия произошла в воскресенье утром. В момент ЧП в шахте находились 64 человека. Только 56 смогли подняться на поверхность.